Если Трамп знает, как положить конец этой войне, он должен сказать нам сегодня. Потому что если будут риски независимости Украины, если будут риски, что мы потеряем государственность, мы хотим быть к этому готовыми. Мы хотим понять, будем ли мы в ноябре иметь мощную поддержку США или останемся совсем одни. Планируете ли вы встретиться с Трампом до выборов? Если президент Трамп готов обсудить тему окончания войны в Украине сегодня, я готов встретиться с ним. Это на самом деле важно для меня. Они не могут планировать мою жизнь и жизнь нашего народа, наших детей и так далее, поэтому я не давлю на вас. Мой мессендж заключается в том, что если у них есть план, может быть, его нельзя публично озвучить из-за выборов, но я думаю, что нам нужно знать об этом заранее, чтобы быть готовыми. I think we have to know it before to prepare.